Акционерное общество «Красный гидропресс» в Таганроге входит в холдинг корпорация «Тактическое ракетное вооружение». На следующий год мы отмечаем 110-ю годовщину со дня основания нашего предприятия. Завод пережил и трудные времена, это Великая Отечественная война, и достаточно тяжелые годы перестройки. Но сейчас я с удовольствием могу сказать, что завод наш заработал в полную силу. Мы получили хороший гособоронзаказ. Наше предприятие попало под президентскую инновационную программу. Мы получаем новые станки и новое оборудование. Само название корпорации «Тактическое ракетное вооружение» уже говорит о том, что является основной продукцией предприятия. Безусловно, военная техника, а также оборудование для судостроительной промышленности, запчасти для атомной энергетики. Наше предприятие заключило долгосрочный договор с ДГТУ о сотрудничестве и партнерстве. Мы с удовольствием на протяжении достаточно долгого времени принимаем студентов ДГТУ на практику. Практиканты первым делом отправляются на обзорную экскурсию по цехам завода. Многие из студентов впервые оказываются на реальном серьезном производственном предприятии. Здесь огромные мощные автоматические и полуавтоматические станки и линии с точностью до микронов обрабатывают гигантские заготовки. Хотелось бы попасть сюда после обучения и также продолжать стажироваться на заводе, чтобы получать больше опыта и получать более выгодные места для работы. Особенно долго практиканты задерживаются в сварочном цехе. Для многих из них сварочные процессы в недалеком будущем станут объектом их профессиональной деятельности. Возможно, на этом самом предприятии. Профессия сварщика – это одна из ведущих профессий, которая определяет любое машиностроительное предприятие. Без сварки не создать ни одной машины, ни одного механизма. Вот, поэтому знания, которые получают сварщики во время обучения в университете, они очень важны для дальнейшей работы молодых специалистов и свершившихся специалистов в своей области. Я заканчивал ДГТУ, очень благодарен этому институту. Благодаря ему я здесь, благодаря ему меня кормит завод, поэтому семью мою. ДГТУ мне дало основу в жизни. Я принял такое решение и пошел именно учиться на инженера. Ну и поскольку ДГТУ был таким, что начинал набирал обороты, и я решил пойти именно туда. Как видим, молодежи на предприятии предоставляют все возможности развития и профессионального роста. И у студентов, тех, кто пришел сюда на практику, сегодня, быть может, начинается успешная трудовая биография. Я работаю в отделе технического контроля, бюро входного контроля. В мои обязанности входит проверять материалы, изделия, комплектующие, которые приходят на завод от поставщиков, либо покупные или нет. Рассматриваю документы, изучаю первые базовые данные. Мы даем им работать с документами по сварке, с документами, как пишутся техпроцессы, как разрабатываются. Вводим их по цехам, показываем производственный процесс, сам процесс сварки. Надеемся, что к нам студенты будут приходить потом, когда окончат институт. На предприятии «Красный гидропресс» ребята реально могут построить свое будущее. Мои планы – успешно закончить этот университет, поступить в магистратуру, потом в аспирантуру, потом в докторантуру, а потом уже быть высококвалифицированным специалистом. Не знаю, посмотрим. Надо не бояться, идти смело на завод, и будете людьми, настоящими специалистами.